Конор Макгрегор сказал, что если он выиграет 145 фунтов, он хочет подняться в 155. Что ты об этом думаешь? Он хороший ударник, он мне нравится. Я думаю, что он побьет Хосе Альдо. Может, даже нокаутирует его. Многие люди думают, что Хосе Альдо побьет его. Но я думаю, что Конор его убьет. Тебе нравится его трэш-ток? Его трэш-ток приносит плоды. Он знает, как делать деньги. У него 5-0 в UFC, 4 остановки. Этот парень не легкие деньги. Но если он поднимется в 155, добро пожаловать. Ha ha ha!